Традиционно сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия на период уборочной кампании. Задействованы, как правило, службы участковых инспекторов, службы госавтоинспекции и отделяемые по борьбе с экономическими преступлениями. Все службы по своим направлениям сработали. Участковые инспектора проверили укрепленность, сохранность имущества, где необходимо, вынесли представление об устранении причин и условий. Сотрудники госавтоинспекции контролировали вопросы безопасности дорожного движения, состояние транспорта, который передвигается как по дорогам, дорогам общего пользования, так, естественно, на полях. Тоже были выданы предписания. В необходимых случаях в отношении нарушителей составлялись административные протоколы. В том числе имел место один факт управления сельскохозяйственной техникой водителем в состоянии алкогольного опьянения, за что тот и был соответствующим образом наказан. Кроме того, не обошлось и без совершения уголовно наказуемых деяний. Так, за период проведения мероприятий было выявлено два преступления по статье 211 части 1 «Присвоение растрата» и имущество сельхозпредприятий. В одном случае предметом преступного посягательства был урожай, зерно, в другом случае запчасти от сельскохозяйственной техники.